Люди – основной потенциал компании «Эрик Поль». Это на торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства домов для сотрудников отметил директор предприятия Валерий Цилинц. Воплотить в жизнь мечту о комфортабельном и недорогом жилье – одно из основных направлений деятельности фирмы по созданию условий для плодотворной работы специалистов. Мы собрались здесь, потому что для нас сегодня очень важное событие. Мы закладываем основу двух секций сблокированных домов для наших сотрудников. Мы планируем построить здесь 18 домов, и это будет где-то, включая то, что кто-то будет строить весь дом, а кто-то будет строить две квартиры в отдельной секции, это будет порядка 25 жилищ для наших сотрудников. Коллектив компании в основном представлен молодыми специалистами, для которых вопрос собственного жилья является одним из главных. Поэтому такое внимание и помощь со стороны руководителей предприятия очень важны. Компания заботится о своих сотрудниках. У нас есть замечательный социальный пакет. У нас снимается и два тренажерных зала, два бассейна, волейбол, футбол, залы для волейбола, футбола. То есть сотрудники постоянно поддерживают свою физическую форму. Кроме того, вот, как видите, сейчас занимаемся строительством, организовали кооператив на базе сотрудников нашей фирмы, потому что жилье это, скажем так, номер один является почти у каждого человека. На торжественное открытие площадки для строительства приехал и генеральный директор компании «Эрик Поль» Павел Шчерковский. В приветственной речи он подчеркнул, что за время деятельности предприятия были выработаны основные ценности, принципы, которые исполняются и приносят ощутимые результаты. Безопасность сотрудников и их социальная защищенность в этом списке занимают одно из лидирующих мест. «Поль, когда повстала 21 лет тому, 20 лет назад мы разработали список основных ценностей фирмы. В него вошли 4 основных фактора. Первый – это профессионализм, второй – это простота в работе с людьми, третий – это чувство безопасности для наших партнеров и клиентов, а также безопасность для наших сотрудников. Благодаря проекту, который начинает реализовываться в Бресте, я понимаю, что сотрудники защищены и находятся в безопасности. И мы в этом заинтересованы, так как хотим работать с ними не год или два, а как можно дольше. Результативность подобного подхода к организации работы предприятия видна уже сейчас. Фирма развивается, а главное – растит настоящих профессионалов, которые готовы работать и достигать новых вершин в карьере. Именно в компании «Эрик Поль».